писали, а новую Уренгойцы читали. Самые популярные новости на нашем сайте Нур-24 за прошедшую неделю в рубрике «Начитали». Вертолет Ми-2, который вылетел из Карачаева и пропал, нашли. Подробности трагедии и видео с места крушения в разделе «Происшествия». Эта новость стала первой по читаемости. Близнецы разочаруются в том, кем восхищались, а козероги разругаются из-за недопонимания. Гороскоп на 13 сентября занял вторую строчку рейтинга. Лентяй из поезда «Новый Уренгой Москва» подарил попутчику 21 тысячу рублей. Новость с этим заголовком начитали на третью строчку. Терпение жителей дома на Таежной 1А лопнуло. Какие претензии высказали жильцы управляющей компании, читайте в разделе ЖКХ. Во время обеда в столовой «Газпрома» несколько десятков мужчин устроили потасовку. В ход шли кулаки, стулья, подносы, тарелки и ложки с вилками. К слову, все произошло на строящемся Амурском газоперерабатывающем заводе. 8 зачинщиков драки задержаны полицией и отправятся с вахты в освояси. Остальные активные участники драки, по их собственным словам, пытались разнять дерущихся. Вновь читатели заинтересовались, что предсказывают им звезды. Прогноз синоптиков о первом снеге в газовой столице на 7-м месте. Сотни горящих покрышек в Новом Уренгое приковали к себе взгляды читателей Нур-24. А вот гороскоп на 11 сентября стал 9-м рейтинге. Быть или не быть теплым остановкам в Новом Уренгое? Ответ на этот вопрос в разделе «Транспорт». Новостную ленту листала Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.